Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Сегодня у нас небольшой первый взгляд будет на очередной инди-проект. Но это даже не инди-проект, а просто как любопытный эксперимент. Короче говоря, это квест «Отель 626», он в жанре ужасов. Я его хотел приурочить вообще к Хэллоуину, хотя сам этот праздник особо не жалую, но было бы символично. Но, как обычно, жизнь внесла свои коррективы. Так, сейчас нам нужно зарегистрироваться. Я введу, пожалуй, Black Silver. Ну и все, короче говоря. Судя по отзывам, мне очень многие просили ее посмотреть. Очень многие в личку писали, что вещь очень страшная. Я ее не смотрел сам, но думаю, будет интересно. Надеюсь, вы смотрите ночью, потому что я играю в полвторого ночи и... в наушниках ощущения у меня, я думаю, будут незабываемые. Вообще игра, что характерно, не запускается, если у вас на часах стоит, по-моему, меньше чем 8 часов вечера. Запускается только вечером и ночью. Ну, я не стал ее обмануть, хотя можно обмануть, просто сменив время. И решил поиграть в нее ночью. Так, что это, где это мы, что делать? Главный герой тихо. Там уже кто-то орёт. Проснулся в своей постельке. Что делать? Ты вообще не управляю. Пока что идет ролик. Ну ладно. Кто-то пробежал за дверью. Да тихо ты. Пока что кино идет. Я вообще ничего не делаю. В чем тут игра, я пока что не понял. One is not like the others. Один не такой, как все, типа. Ага, вот теперь я смотрю, но... Сразу качество, конечно, убавилось. Так, это что такое? Ну? Что произошло, я не понял, но я в какую-то дверь спиной упал. Она в темноте, покажи ей свет. Так. Да вы гоните. Твою мать. Блин, она прячется так не... Ну-ка. Ой, блин, как это страшно. Чё ты там, отдыхаешь, что ли? Ой, блин. Ой, чё так громко-то. Я чё, выиграл, проиграл? Я не понял. Обалдеть. Видимо, выиграл. Идем дальше. Так, ну, качество видео, конечно, оставляет желать лучшего. Но, по крайней мере, видео это хорошо. Это всегда хорошо. Какая-то странная лестница. Что мне делать? Никаких подсказок. Видимо, просто спускаться. Ну ладно. Ладно. Видимо, я что-то сделал не так. Тогда по новой. Может, в эту дверь как-то нажать надо? Да нет. А, там, наверное, на дверь надо нажать. Да, точно. Не нажать, вернее, а просто к ней повернуться. Так, что дальше? Спи мне колыбельно. Блин. Жутковато, надо сказать. В наушниках самое то. Какая-то комната и ребенок в белой простыне. Что-то какой-то не особый ребенок мне нравится. Что делать?
Ой-ой, только не делай. Мне ее как-то крутить надо, что ли? А, понятно, мне... Да блин, что-то не получается. Ой-ой-ой-ой. Ух, блин, дура. Так, нет, пропускать мы не будем. Я... Ой, нет, это слишком быстро. Давай, 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 давай. Плавненько, плавненько засыпай, деточка. Не трогай меня, пожалуйста. Не надо. Нет, слишком быстро, блин. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, спи, тихо. Ну, вроде она без кипиша, да, к этому относится? Тихо, тихо, тихо. Все. Вроде бы все. Так, мне надо баланс удерживать мышкой опять. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Спи, деточка, спи. Спи, не просыпайся. Тихо. Тихо, бляха, муха, не шуми. Ну, собака, сложно удерживать. Тихо, тихо. Твою мать. Чё-то мне как-то очково, Славик. Ну ладно. Это что было? Беспомощный? Я не беспомощный. Я амнезию прошел. Дом кошмаров прошел. И тебя пройду. Какого хера? Тихо. Тихо, не надо. Куда вы меня тащите? Ой, там кто-то по потолку ползает. Вообще отлично. Он знает путь. Ну ладно. Ладно. Ой, ты кто? Ты в смирительной рубашке, что ли? А, здесь код надо ввести. Мне говорили, код тут надо ввести. Блин, мне даже писали его, но я не помню, какой он. Что-то, по-моему, на 9 начинается. Так, 3. Блин, тут столько всяких. 9. 4. Я не помню код. 9, 4, 5. 9, 4, 4. Блин, я забыл. Мне самое главное говорили, чтобы я код не забыл. Потому что он тут сложно догадаться какой. Тихо. Тихо. Тихо-тихо, мужик. Сиди себе спокойно. Не трогай меня. Ну, давай, ну. 9, 4. Да я что-то уже от балды нажимаю. Ну. Мне хана. Мне хан. Чё ты от меня хочешь? Ты же тощий, я тебя ушатаю сейчас. Это я его ушатал, не думайте. Я это пропущу нахер. Не думайте, он же тощий, я его ушатал вообще в легкую, с одного удара. Типа. Так, давайте что дальше.
И чё? И чё? Чё делать-то? А только полной темноты не хватало ещё. Эй, может мне как-то повернуться, оглядеться, я не знаю. Чё-то вообще ничего не вижу. Что мне делать? Да ни в какую. Блин, я не понимаю. Я уже и мышкой потыкал в разные места на экране. Может тут что нажать? А, это пройденные главы, я похоже уже до конца почти прошел. Тихо. Чё за рожи? А, мне говорили, рассказывали, что тут надо... А, если у тебя веб-камера есть, то свою фотографию найти. Но у меня нет веб-камеры. Поэтому, видимо, вот это? Тут была бы моя рожа, да? Если бы у меня была веб-камера. Ответи, ты получишь все ответы. Хочешь выжить, говорит, слушай меня. Двигайся по коридору. Направо, говорит. Что-то я ему не верю, но... Направо. Лево? Что-то мне в голос не нравится. Право. Это выход? Чё, неужели? Время проверки наступило. Моя машина и неплохая. Так, и что тут делать? Все что ли уехал? Давай, братень, заводи, поехали отсюда. Ебрини фени. Ну это было ожидаемо. Да, тут была бы моя фотка. Жаль, что у меня нет веб-камеры. Но она мне не нужна. Ну что я могу сказать, это было круто. Это было круто, но это было не особо страшно, честно говоря. Нет, ну как, оно было очень страшно, но по сравнению, скажем, с Домом Кошмара... Ой, Дом Кошмара, просто Дом 2 у нас был обзор. Там было гораздо сложнее, гораздо страшнее. И здесь как-то все было довольно-таки предсказуемо, но, конечно, пару раз я довольно-таки неплохо вздрогнул. Хорошая вещь, спасибо, что показали мне, что она есть. Мне она очень понравилась, я надеюсь, вам было интересно смотреть на это. Потому что мне было интересно в это поиграть. Маленько пощекотали свои нервы, а теперь можно идти спать. Такие дела. Все.